рыбачим на Днепре с товарищем Мефиком. Всем привет, ребята. Странно, стаскиваю с коряшки, должна быть поклевка, по идее. Но нету. Еще один хороший карасик. Иди сюда. Ну да, слушай, это уже такой ладошечный. Ребята, всем привет, с вами снова Мефик. Я прямо сейчас нахожусь на реке Днепр. И это значит, что я в Смоленске у своего друга Сани. Александра Простая Рыбалка. Так что поехали. Тюльк. Третий год я в Смоленске, и все время мы рыбачили на Десногорском водохранилище. В этот раз мы решили начать с Днепра. Ах ты, поклевка была. Это была поклевка сейчас. Похоже на окуневую. Ага. Опять. Так, мужики, что-то было и залезло в коряге. Походу не выйдет. Было что-то хорошее. Облом. Будем рвать. Поклевка была. Явно там кто-то бортует приманку. Пробую приманочки разные. Что-то в этот раз у меня вот эта приманка очень хорошо работала. Я, наверное, ее сейчас попробую поставить вместе вот с такой вот же головкой, пролезайкой. Щука отрезала. Щука отрезала? Да. Ну, прошло больше часа уже вот на этом месте. Это яма такая 6-7-метровая. Вот. Обкидали мы здесь все вдоль и поперек. Было пару поклевок. Ну, одна была четкая поклевка у Сани. Но, к сожалению, рыба завела в коряге и сошла. Вот. Ну, что можно сказать? Будем мы дальше плавать по этой речке, по прекрасной. Будем надеяться на утренний клев, потому что солнце только зашло. Значит, что, в принципе, мы еще... То есть, надежда еще есть. Сейчас дергал что-то. 4-5 под 2. Ух ты! Ух, хорошая поклевка сейчас у меня была. Но это, походу, окунямбур был. Вот теперь есть. Сошла. Ну, что такое? Опять сход. Рыбка есть. Опять сход. Ну вот, что за фигня? А.
Ловим, ловим. Щука. Рыбка есть. Удар вон, поводок. Вон, Макс. Смотри. Я вижу, да. Ребята, доброе утро. Ушли мы с Днепра вчера. Ничего не взяли. Было два схода, были поклевки, но, к сожалению, ничего не получилось. И вот сегодня мы уже на Десногорском водохранилище в лодке. Ах, ты ушел в траву. Окунь был? Окунь, да. Вон он висит в травой вместе. Вот он, с травой. Ой, с утра был просто жесть. Сначала что-то с эхолотом беда какая-то была с подсветкой, потом свечка у мотора, это самое, вышла из строя, дожег он ее. Мы на одном цилиндре, в общем, жесть. Хорошо, добрые люди помогли нам, поменяли свечку, сейчас все хорошо. Ну, хотели мы сегодня пойти за судаком с утра. Ну, вы сами уже понимаете, что солнце вышло и, конечно, никакого судака, скорее всего, не получится, поэтому, наверное, попробуем по окуню, ну и, может быть, по щучке. Так что не переключаемся и смотрим. Все, ребята, подошел второй наш день рыбалки к концу. Результат хуже, чем вчера. Вчера хотя бы были поклевки. Сегодня у меня было 0 рыб, 0 поклевок, 0 тычков. Объезжено все, что можно. Обкатали пол Десногорского водохранилища. Ну, перекидали все типы приманок, просто невозможно. Ребята, мы устали, просто это невозможно. Кидали в разные стороны, кидали все, что можно. Даже воблера проводили. Что делать, не знаем. Но у нас есть небольшая идея, так что смотрите. Ну что, друзья, снова доброе утро. Третий день у меня в Смоленске. Как вы видите, уже лодка накачана. Сейчас мы замешаем прикормочки, у нас все почти готово. В чем идея? Идея в том, что мы сейчас пойдем за карасиком, ребята. Это поплавочная рыбалка. Это тихая, спокойная рыбалка в умиротворенном месте. Будем сидеть, разговаривать, смотреть на поплавочек и рыбачить. Поэтому смотрим, друзья. Что там, блядь, ломит? Здорово, вы посмотрите, Макс. Ребятушки, кто это? Это Серега. Ребяточки, нехитрая снасть, плавочная, поводочек через вертлюжок, правильно огруженный поплавок, у которого должен быть виден из воды только кончик, как вы понимаете, и маленький красивый крючочек. Надо ее тебе поставить, еще куда.
О, дыбит. Ах ты, сошел. Ну что, ребятушки, первая поклевочка у меня была на карася. Вот смотрите, обсосал немножко приманочку. Манку, да? И... Эх, какой же это кайф. Честно говоря, после двух таких не очень успешных дней мне просто сейчас по кайфу сидеть, разговаривать. О, Макс прет. Попался. У него крупный налим. О, хороший. Нормальный. Качественный. Атя! Вот он. Смотрите, как засекся. Ох, красавец какой. Как я, ребята, давно не ловил карася. Посмотрите, какой красавец. Наконец-то. Забираем. О, домой. Домой. Этого домой. Малявочка. Иди. Манки дадим. Ну вот, ребятушки, дело пошло. Солнышко взошло. Ой, хороший какой красавец, карасик. Как же мне это нравится, ребята. Золотой. Вот. Мэфик живой. Тянет. Ух ты. Ребят, хороший карасик, ладошечный, так называемый. О, дыбит. Ну-ка. Вот он, хорошо. Делаешь-то? Они вот так вот полагают. Блин, слушай, я никак не привыкну. Надо же подождать. Такая поклевище сейчас была, ребятушки. Ладошечкин. Домой. О, кто-то уже ловил тебя, дружочек. Вот этот поклевище было опять. Ух, это хороший. Это прям... Опа. О, ребята, смотрите какой. Толстый карасик. Вкусный. Беспокойно бы ловил карасиков. Как это делаем мы? Здесь, ребята, щуки нет. Зато есть вот такой вот красавец золотистый. Опа. О! Крупняк пошел, да. О, дыбит. Ну. Вот так. Ух ты. Давит-то как. Ты что давишь-то? Щуку, что ли? Может, кстати. Зверюга.
Хороший. Отлично. О, ты что делаешь? Ты что? А, понял. Не, это не забагрил, это так просто это. Так-то за рот. Все нормальненько. Хорошенький карасик. О, дыбает. Отлично. Вот, хороший. Красавчик. Ать, домой. Отличная поклевочка. Ать. Ну да, слушай, это уже такой. О, ладошечный. Ты тут откуда? Сумасшедший. Иди домой. Расти большой и приноси людям счастье. Идет. Вообще монстр. Лизнул и сразу же засекся. Косим карася. По-взрослому. Хорошенький. Смотрите, какой, ребята. Ребята, ловим мы сегодня на вот такую вот манку. Это супер секрет от дяди Саши. У нее есть видео на канале, которое набрало там, я не знаю, почти миллион или даже больше миллиона просмотров. Вы представляете? Приманка действительно рабочая. Получше всяких опарышей. Смотри, что делает, а? Стой, ты чего, дружочек? Ох, какой хороший. Вот это, наверное, самый крупный из пойманных. О, смотри, больше ладони уже. Стой. Называется «Чокнемся карасями». Закармливаем. Ух ты, какая поклевища сейчас была. Продолжаем косить карася. Закормили точечку. И вот он подошел, начал поклевывать. Так, ребята, еще один. Чуть ты за гребень-то? Человек гребень, что ли? Ну что, ребята, ловим карасика, успешно ловим.
Это просто кайф. Сидишь спокойно, тишина, небольшой ветерок, к сожалению. Вот был штиль, прям солнышко зашло, сейчас ветер поднялся небольшой. Не очень хорошо, а был прям штиль, вообще кайф. Тихо, вода гладенькая, отражение и поплывочек. Качается и поклевка, момент поклевки. Тынь-тынь. Здорово, ребята. Ну, вот и все, ребята, мои смоленские приключения закончены. К сожалению, на Днепре не удалось ничего поймать, Десногорск тоже не дал. Прям супер много поклевок, ну, один окунь — это так себе. Но зато карасики, 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 очень давно хотел их половить, и получились они. Так что, ребята, все ссылки на друзей, естественно, под видео. Всем удачи, пока!